А сегодня хочу тебе порекомендовать Public Sump World. В общем, это журнал онлайн, который посвящает тебя о новых новостях в Сампе, что творится. То есть ты можешь подписаться на их не паблик, который будет находиться в описании, и ты можешь узнавать всю информацию о Сампе. Это очень круто. Это просто онлайн-журнал. Это шикарно. Я сам на него уже подписан. Ссылочка, друг, будет в описании. Заходи, узнавай всю информацию первым. Свит. Ладно. И сейчас, поехали. Люблю перевод этот, смоук. Я позже подъеду. Так, садимся в машину. Как вы уже, друзья, поняли, это предыстория. То есть мы сейчас едем на кладбище, то есть на похороны мамы Сиджая. Смоук почему с нами-то не поехал? Ну, возможно, кому-то интересно. Он пошел, вон, видите, он заходит якобы. Ну, что-то он, конечно, криво пошел. Ну, да ладно. Он якобы... Сожалею, кто-то пернул. Вон, видите, Смоук стоит. Он якобы сейчас пойдет в дом Сиджея, то есть и там появится Сиджей. То есть, ну, помните, когда вы на велосипеде в первой миссии едете? Вот, то есть и Сиджей сейчас пойдет в дом свой и знает то, что его мать убили, и приезжает Сан-Андреас, чтобы разбираться, ну, кто, блядь, убил мать-то нахуй, признавайтесь. И там он встречает в доме Смоука, сбито, и потом они идут вдвоем на кладбище. А мы со Свитом уже едем на кладбище. И сейчас мы будем направляться на кладбище и будем видеть предысторию. Так, друзья, мы уже подъехали к кладбищу. Вот сейчас будем уже заезжать. Сейчас я поверну налево. Так, мы сейчас паркуем машинку. Вот. Так, да, как я и говорил, друзья, мы сейчас видим предысторию, то есть как мы на похоронах мамы Сиджея, то есть вот уже Смоук забрал Сиджея, мы просто стоим, ну, в принципе, вот. Второй миссии, друзья, сейчас раскроются полностью все карты, зачем, кто и как. В общем, смотрите. Смоук, черт, балласы сильно накосячили. Райдер, я им платил, чтобы они убили Свита. О, но эти придурки с Яков Чуще, как всегда, облажались. Ребята, мы уже узнаем то, что планировали убить Свита, а не маму Сиджея. Как говорится, баласы накосячили. Ну, в принципе, в роли баласов они всегда косячат. Так что мы сейчас будем направляться к баласам и разбираться с ними. Ну, поехали. Так, мы подъехали, друзья, уже на район баласов. Так, так, тихо. Заворачиваем. Так, все, здесь мы выходим. Так, а вот и эти девочки, стреляем без лишних терок. Ну какие тут терки, если они ошиблись? Убили человека другого, господи. Какие тут вообще разговоры могут быть? Эй, придурки, мы так не договаривались. Да, сейчас будет, походу, перестрелка просто с баласами. Так, что? Так, покажи им, давайте. Сейчас. Давай, жирный, вперед. В бой, толстый. Интересно, они его... Ух, нихуя он тачер, блядь. Так, Тафян умеет. Бабах, нахуй. Бабах нахуй. Райдер, придурок, я тебе платил не за то, чтобы ты убил ее, чтобы вы убили ее мать. Пошел к черту. То есть, это, как говорится, типа главный баласовец, который убил мать Джея. И тут Райдер вот так. Пройдя, друзья, эти дополнительные миссии, мы сразу же узнали, что мать Джея не планировали убивать, а планировали убивать Свита. Но якобы баласы накосячили. В принципе, это реально глупо, как, блядь, можно перепутать. Ну, возможно, типа случайно, но тут, как говорится, накосячили. В общем, накосячили так накосячили, друзья. В общем, вот такой у нас получился маленький ролик, друзья. Я мечтал такое снимать. Я мечтал снимать дополнительные миссии, вот эти всякие разгадки и так далее. Я мечтал об этом. Этот формат первый раз на моем канале. Я надеюсь, ты меня поддержишь, если ты хочешь увидеть продолжение. Я очень сильно хочу увидеть от тебя лайк. Именно от тебя, дружище, лайк. Давай мы на этом видео наберем 1000 лайков, и я продолжу данную историю, да и вообще буду проходить дополнительные миссии. А на этом все. Всех люблю. С вами был Тофик Дипсайз. Не забудь поставить лайк и, конечно же, подписаться на YouTube канал. Я очень стараюсь и делаю ролики каждый день, каждый божий день. И, конечно же, провожу стримы. Я тебя люблю. Спасибо, парень, что ты на меня подписался или ты был подписан. В общем, неважно. Спасибо тебе. Пока.